Привет, друзья! Кастрюля для варки вареников должна быть невысокой, широкой, чтобы вареникам в ней не было тесно. Вода должна заполнить ее на 3/4 или 2/3. Воду надо подсаливать сразу после закипания, но до того, как бросить в нее вареники. Варить вареники надо от 8 до 12 минут в зависимости от их величины. После того, как они всплывут, огонь надо убавить. Когда вареники всплывают, это еще не значит, что они готовы. Они должны вариться, по крайней мере, треть того времени, какое необходимо для полной готовности, обычно около 5 минут. Затем надо осторожно выловить вареники большой ложкой с дырочками или шумовкой, сложить в кастрюлю или сотейник, дать сойти лишней воде. Хороший кулинар обязательно убедится, чтобы вареники отбросили лишнюю воду, сцедит ее, да еще слегка подсушит, поместив сотейник на пару минут на огонь. К обсохнувшей поверхности теста масло и сметана не только пристадут, но и впитаются в нее.